in front of Baltimore, scream, fuck the police. Do not get it twisted, this is not an image. There are legends told about the nights I'm in the building. It is not a question whether or not I'm the... Итак, пацаны, приветствую вас на второй части тотализатора из 5. И тут у нас очередной квалификационный матч за право побороться на новогоднем шоу. В поединке за чемодан «Кот в мешке», который дает право биться за главный титул своего бренда. И тут у нас сцепились Густав и Профит. Парни талантливые, оба мне нравятся. И поединок между ними — это один из моих личных дрим-матчей. Что ж, поперечисляем достижения обоих. Значит, Профит. Четырех. Вроде четырех. Ну-ка. Раз. Слил Кингбойзу, выиграл. Слил этому, выиграл. Угу. Трехкратный или четырех, ну в общем трех-четырехкратный интернет-чемпион. Ну в принципе на этом все. А Густав у нас бывший двухкратный межрегиональный чемпион, бывший интернет-чемпион, бывший экстремальный чемпион, а также тот, один из немногих, кто смог в честном бою дать пизды Импульсу и его брату по нескольку раз. Конечно, и сами отхватывали, так же, как и сейчас Густав отхватил сигнатуру. Жестко с локтя въебыч от Профита, но тем не менее он вырывается. Так, и что ж, победитель этого матча присоединится к Барцу Аласкеру в матче за чемодан на уровне ППВ. И мне даже интересно, кто это станет, ну честно. Даже не знаю. Ну, чуть-чуть склоняюсь в сторону Профита, хотя Густав тот еще жук. Воу! Нихуя, так об колено людей-то ломать, Густав. Я, конечно, все понимаю, что ты расист, хуесист, но он же не черный, не еврей. И даже не казах. О! Хуя! Густоминальное предплечье. Как я давно не видел от Густава этого приема. Я аж по нему соскучился. Густав возвращает мне ностальгию по временам. Открытие нашей Феды. Так. Опа. О, еще раз об колено. Нет, в этот раз Профит говорит, да пошел ты нахуй, сука. И, ох, как в ухо заряжает, а. Это вроде один из финишных приемов. Или фирменных. Ну, какой-то из этих двух групп приемов Профита. И не приносит он ему успеха все равно. Хотя вот может принести этот. Ну-ка. Что это, будет его фирменный новый фейсбастер? Ух ты. Да, это он. Канатом, правда, слишком близко. А, ну Профит у нас, кстати, не дурачок. Он тоже талантливый парень. Это, так сказать, Роберт Левис с Поребрика. Только хил. Два. Густав нахуй шлет этого Профита с его фейсбастерами. Так. Я что-то не верю, что в 2K20 Густав сможет выиграть чемодан, а тем более стать мировым чемпионом. Когда-то тогда, давно, до первого End of Generation включительно, может быть, были очень даже неплохие шансы. Но сейчас слабо это, конечно, верится. Конечно, его выигрыш экстремального титула, ну, разнес все щи просто в щепки. Профит, красава, вот. Так, продолжим. После выигрыша Густавом экстремального титула мне, конечно, ну, уже не скажу на 100%, что Густав ничего не выиграет, но, опять же, вероятность очень мала, и даже сейчас он не смог удержать Профита. После своей... Я даже не разглядел, конечно, но вроде это была... Ух ты как! Гильотина Инквизиции. Но Профит тем временем опять начинает доминировать и забивать Густава. Еще раз въебыч засаживает ему с локоточка. Поднимает. Ловит вдыхло. Аж сгибается. Поднимает его Густав. И что это? Что это? Попытка. Не знаю чего, но это реверс от Профита. И запускает он нашу фашистскую морду в угол и в затылок. Ногу продолжает обрабатывать. Ой. Красава. Как Профит действует на ринге, мне нравится. Просто грация антилопы. Ярость тигра, блядь. И куча золотых шмоток. Представь, вот, сколько у Профита золотых колец на пальце. Вот, ребят, он тебе таким. Ух ты, какая жесткая бомба от Густава. И неужели сейчас будет его победная серия? А, нет, это просто сворачивание. Ну, Густав, как это грязно, а. Все-таки столько в нашей Феде ветеран. Пора бы уж отрастить себе яйца. И все-таки победная серия пошла. Два удара с предплечья. Пеликик. И что еще же зарядит? Пулю для негра прямо в ебасосину Профиту. А вот это может быть и конец. Вот это может быть и все. А, нет, Густав полез на третий канат. Ой, сейчас обосрется. Ой, прямо чую. Фрог сплэш прямиком плашмя на маты. Только Густав так может. Да. Так, Густав готовится к чему-то. Еще одна гильотина Инквизиции. А вот это уже может быть вполне-таки себе финал. И... Ой, Профит близко был к тому, чтобы от него запахло говном. Но нет. Все-таки негоже гадить в золотые штаны. А у Профита, как мы видим, на 50% как минимум они именно золотые. Ой, Густава поясницу схватила. Ну хули, будучи легковесом, столько бомб делать. Так. Опа. Опа, и опять третий канат. Ну, вот ничему человека жизнь не учит. Ну, опять, конечно же, мимо. Юстов, ну что ты творишь, а? Раз. Что это? О, это бэкбрейкер был. Петухи опять за рингом пиздятся. Мне нихуя не видно. Ну, можно как по-человечески в четырехугольнике вопросы решать. Так, что такое? Ой, господи. Так. Опа. Оу. Опа, сейчас профит въебет его. Это ж профит сейчас RVD закосплеит. Не, если вы такие выкрутасы за пределами ринга будете вытворять, я только за, пацаны, я только за. Но опять же, если вы будете делать это слишком часто, это приестся. Ну, сейчас профит красавчик. Профит даже такую безнадежную драку за пределами ринга, вон во что вывел. Явно талантливый поцы. Что? Очередной свой фейсбастер? Бум, именно так. Ну что ж, неужели он прикончил Густава? Или он просто накончал ему на его усики? Ну-ка. Раз, два, три. У-ху. Ну что ж, профит, поздравляем. Поздравляем. Вот профиту чемоданчик. Кот в мешке будет очень к лицу. Прям вот вообще идеально подойдет. Тын-тын-тын. Музычка такая у профита, вот не как у всех этих рок, что там, вызывающие внутри чувства разбить кому-нибудь ебальник об стену, а такая спокойная, расслабленная. Ну что, у профита все заебись, у него куча денег, он не парится. Бам! Ну какой прием, конечно, четкий. С разворота ебучим. Это, конечно, вообще. Так, ну что ж, третий участник матча за кота в мешке. Профит. Поздравляем. Опа! Что это? Денежка? Профит говорит Густаву: иди, сука, купи себе, блядь, нормальная одежда, ну в трусах ходишь, или хоть в барбершоп сходи, подстриги свою пизду под носом. Челить. Густав сейчас, блядь, нахуй слюной захлебнется.